Тебе не холодно? Вот и еще один опекун объявился. Тось! Знаешь? Ну чего ты? Вот человек! Знаешь, я даже не думал, что такие девчата бывают! Какая-то ты такая! Такая-сякая? Сначала ты мне просто нравилась, а потом полюбил я тебя. Не хотел, а полюбил. Вот еще. По-настоящему полюбил, понимаешь? А раньше ты как-то лучше говорил. Увижу тебя, и праздник на душе. Глаза закрывай, и образ твой передо мной. Тогда я глупый был, и слова те дешевые были. Ты их забудь. Это теперь у меня праздник на душе. Знаешь, я даже все твои недостатки люблю. Какие недостатки? Не обучен я про любовь говорить. Хочешь, лучше ради тебя с поезда спрыгну? Ты чего? Забьешься? Значит, признаешься? В чем? Как в чем? Здравствуй, Марк, я твой Яков. Ну что это самое? Любишь меня? Ну, признаюсь. Давай без «ну». Ну, так что? Я ж сказал, тебе справку написать. А как ты меня любишь? Так себе или прямо жить без меня не можешь? Не могу. Со мной такого никогда не было. А во сне ты меня видишь? Значит, у тебя еще не настоящая любовь. Запоминай, может пригодится. Нужно в полночь проснуться, подушку перевернуть, и тогда тебе обязательно приснится тот, кого захочешь увидеть. Эх, Тося! Ты сначала сделай, а потом эхли. Верное дело. Я вас всегда переворачиваю, и мне один человек как миленький снится. Это кто там тебе снится? Я ему все ноги переломаю. Не переломаешь. Как бы самому потом шкандыбать на костылях не пришлось. Тось! Значит? Значит? Сначала ты мне просто нравилась, а потом ты только не смейся. Я тебя полюбил. Не хотела, полюбил, понимаешь? Вот еще! Да правда полюбил. А раньше ты как-то получше говорил. Увижу тебя и праздник на душе. Глаза закрой, образ твой стоит. Да глупо я тогда был, как пробка. И слова тебе были дешевые. Это сейчас у меня на душе праздник. Я ведь все твои недостатки полюбил. Какие недостатки? Да не умею я про любовь. Хочешь, я лучше ради тебя вон с поезда спрыгну? Разобьешься. Значит, признаешься. Признаюсь. А что ну? Признаюсь, говорю. Ну что, тебе может справку написать, а? Что, признаюсь.
ночью проснуться и подушку перевернуть. Тогда тебе обязательно приснится тот, кого хочешь увидеть. Эх ты, Тоська! Да ты сначала попробуй, потом эхай. Верное дело. Я вот все время подушку переворачиваю. Один человек мне снится, как миленький. Это кто тебе там снится? Я ему все ноги переломаю, понятно? Не переломаешь. Смотри, как бы самому потом не пришлось на костылях штандыбать. Дочь! Значит... Девчат, пошли бы вы погуляли. Не стойте, надо покалякать. Закрой глаза. Вот еще. Закрой, не бойся. Да ты как не боится. Ой. А ты такие малюсенькие. Твои. Чтобы вовремя обеда готовила. Тикает. Тикают. Красивая. Я знала, что тебе понравится. На левую руку надо. Я знаю. Ты что это расселся? Да брось ты, Тось! Встань! Не возьму, слишком они дорогие. Да для тебя! Для тебя, для меня не возьму и точка. Значит, не возьмешь? Анфиску выжил, теперь ко мне подбираешься? Да что же она всю жизнь между нами стоять будет? Да не я тут виноват! Ну все вы не виноваты, человека загубили. Что, молчишь? Иди-ка ты, парень. Размалевалась-то. Девчонки, а что же такое? Я уеду, пробили. Порвешь? Твои, чтобы обеды готовила. Тика. Четыре с полтиной. Веселый. Я знала, что тебе понравится. То есть на другую руку надо? Да я знаю. А ты чего это расселся? То есть ты чего? А ну...
для тебя. Для тебя, для меня не возьму и точка. То есть? Анфиску выжил, ко мне подбираешься. Да при чем тут Анфиса? Че она, всю жизнь между нами стоять будет? Ты не виноваты. Все вы не виноваты. А человека загубили. Гуляй, парень. Значит, не возьмешь? Не возьму. Последний раз спрашиваю, возьмешь или нет? Ты сказал же, не возьму. Он что, ударил тебя? Ты чего ж так размалевалась-то?